У двух людей, у каждого, есть 20 марок и 10 значков. И все одинаковые? Нет, все разные. Все совсем все разные. Ага. Честный обмен. Обмен марки на марки. Или значка на значок. Сколькими способами за один раз они могут обменяться? Сколько вариантов для обмена? Очевидная задача. 30. Неверно. Нет. 60. На самом деле? 500. 500, молодец. Почему? Ну, 20 на 20 это 400, это как мы обменяемся марками. Меняться марками можно 400 способами. Меняться значками 100 способов. В сумме будет 500. Значит, ответ задачи 500 способов. Так, пока все понятно?